Так, луна. 25 августа 2021 год. Харьков 4.57 по Киеву. О, собачка. Тоже пришла посмотреть на луну. Третий день после полнолуния. Луна прекрасна, как всегда, на линии терминатора. Особенно примечательными мне показались вот эти четыре кратера, так равномерно расположены. Относительно друг друга. Дымка есть, но все равно красиво. Видно достаточно, чтобы повосхищаться. Как-то даже не помню, когда было абсолютно чистое небо. Без намека на туманности. Ой, шикарно. О, похоже, как будто овальный кратер, но сильно вряд ли. Да. А, ну да, мы же его под углом смотрим на край луны. Они практически все овальные. Нет, это действительно такой, как будто по касательной пролетел. Да, вот чуть-чуть выше. Вот крайний кратер, о котором я говорил, один из четырех. Если от крайнего еще один его размер поднять вверх и чуть-чуть левее. Черточка такая, рисочка. Получается. Сейчас пройдемся по линии терминатора. Пойду. Супруге подарки покупать к дню рождения. По поводу дня рождения. Так. Ну, по-моему, весьма неплохо. Жаль, конечно, что не получилось снять МКС. Давно уже я его не снимал. Ну, облачно, что ты сделаешь. Он довольно низко был и не сложилось. Ну, увидели. Будем ждать следующего случая. Ну, в общем, спасибо Луне. Выручила, а так бы пошел домой, не солоно хлебавши. Ни МКС, ни Юпитера, ни Сатурна. Ну, все это снималось вчера. И Венера вчера снималась. Причем в таких количествах, что даже в начале первого ночи сегодня
О, Платон слева повез. Выложил, наверное, только половину материала отснятого. Половину отснятого материала сейчас приду домой, буду укладывать оставшиеся и в конечном итоге доберусь и до этих съемок. Вот Аристарх. Ну, к сожалению, невозможно резко сделать более четкое. Это уже не оптика виновата, а просто, ну, прямо сияние вокруг Луны. Мы смотрим на нее через дымку, туманность. Хорошо. Максимальное увеличение выдержки. Сейчас эти кратеры вообще выглядят как искусственный орнамент на краю Луны. Хорошо, пора. 5:04 по Киеву в Харькове. 25 августа 2021 год.